краткий обзор и дата выхода очередной 58-й серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку». Болезнь Азры дошла до критической точки. Дженк должен принять самое сложное решение в своей жизни. Дженк, до этого дня несший этот груз один, не выдержит и поделится правдой с семьей. Теперь вся семья вместе будет бороться за Азру. Ширин и Арсой все больше сближаются, но они не могут открыто признаться себе в своих чувствах. Пара, которая пока скрывает любовь даже от себя самих, не сможет скрыть это от жителей особняка и попадется самому неподходящему человеку, а именно госпоже Фериде. Несмотря на то, что они поссорились, неожиданное исчезновение барыши вызовет подозрение у Сумру. Посмотреть 58-ю серию вы сможете 18 декабря.